Доброе утро, господа и дамы, леди и джентльмены. Приехала я в Марпасад с работы, отстояла смену. Вчера, узнав от сына, что бабушка у нас болеет коронавирусом, у меня вообще земля ушла из-под ног. Я еле-еле, короче, отработала. Сейчас зашла в больницу. Сейчас иду к матери. Нужно, говорит, амбулаторную карту. И этот, как его, ИКТ, чтобы назначение написал врач. Не раньше часу, говорит, напишу назначение. Контактировать нельзя. Внук контактирует. Пускай контактирует. А он, у него тоже дела. Он, говорит, вчера заебался, говорит, туда-сюда ездить. Увезли в Новочебоксарск. В инфекцию обследовали. И домой отправили. Ой, нога болит. Ложу только в больницу после 45% заражений легких. У самой нога болит. У меня отекла нога левая. Болит колено. Я не могу. Мама болеет. Я не знаю, как. Чуть-чуть теперь, как дальше, что будет, да? Жара ты ебаная, блядь, надоела уже. Еще что у меня с телефоном? Ой, нога вылетает. А, колено вылетает, блядь. Ой, все, я вообще идти не могу. Вообще идти не могу. Колено вылетает, и все, как вылетает чашка у меня. У меня сустав вылетает. Сейчас дойду до мамы, потом пойду назад к врачу. Сейчас она домой не идет, врач к ней. Надо будет отнести к врачу документы эти. Потом куплю этот, хочу купить, она ничего не ест с четверга. Хочу купить там курочку или что-то там куриное, что-то там сварить ей бульон. Кашку хочу приготовить. Она говорит, врач говорит, не заходите в квартиру. Как не заходить? Я же не могу свою маму бросить одну на произвол. С работы отпросилась. На работе очень мне понравилось, конечно. Очень хорошая была смена вообще. Начальник у нас очень хороший. На работе все хорошо. Отпросилась я. У меня нога болит. Когда, говорит, ты вернешься? Я говорю, ну как мама поправится? Откуда я знаю, говорю, когда? Еще вот эти вот сопутствующие заболевания меня очень сильно пугают у мамы. То, что у нее сахарный диабет, гипертония. И возраст у нее. А у меня ноги вообще, у меня левая нога вообще ходить не дает. И все равно я иду, я не могу, я же не могу ее бросить так, ой, Господи. Время 9 или 10 час, наверное, 10 уже час. Еще какая-то вкладка вылазит ненормальная. Господи, устала я, как собака еще с больной ногой. Осекли ноги, кошмар вообще. Ну, на ногах. Как бы 4 часа сон ночной. Так, на ногах там присаживаюсь. Ой. Периодически присаживаешься, короче, туда-сюда. Нога разболелась вообще. Вот так вот. Не знаю, что будет. Сейчас это... Возьму, короче, документы. Поеду к врачу, потом пойду домой готовить. Потом сладкое на машине, надо пойти на бабушке. Надо купить таблетки все. Если она самостоятельно сможет как бы кушать, да, и принимать таблетки по часам, я буду звонить ей, то это одно дело. Если не сможет, конечно же, надо быть рядом с мамой. Ой,
У нее сил нет, упадок. Страшный упадок сил. И сама я разболелась вся. Еще расстроилась, вообще невозможно. Я вообще себе места не могу найти. Я так боюсь. И так стараюсь все бегом, бегом, бегом. А бегом не получается. Еще жара эта достала на солнце все 40 градусов. Каждый день одно и то же. Ой, Господи. Кошмар, я даже не думала, что так случится вообще. Ничего не предвещало же. Ой. Ой, у меня у самого сердца вообще сдавливает. Не могу. Вы берегите своих близких, родных людей. Цените то время, да, которое вы находитесь рядом. Вот так. Господи. Завтра самой еще надо на УЗДГ ехать в больницу в Чебоксар. Обследовать ноги. Или ногу будут обследовать. Ну, наверное, две ноги будут обследовать, я не знаю. Собаки еще ничего, говорит, дома не едят. Оставили мы то с Лазиком собак. Еще дома не едят. Еще собак не видела двое суток. Лазик без маски бабушку возил. Сейчас сама пойду домой. У него мазок-то взяли. Вчера. Не знаю, через два дня скажут. Ой, мне самой надо будет тоже сдавать. Короче, вообще проблем хватает. Прямо вот так навалилось и все. И работать я сейчас никак не могу. И у Кольки еще аванс задержали на работе. Такого никогда не было. Фу, блин. Короче, кошмар. Просто кошмар, честно вам говорю. Просто кошмар. Вы даже не представляете, как я себя чувствую. Не дай бог никому. Я, конечно, буду очень стараться, чтобы маму спасти. Что теперь? Не контактировать? Ну как не контактировать? Кто с ним будет контактировать? Больше некому. Она же мама моя. Если мамы не будет, я тогда вообще жить не буду. Без мамы. Что мне жить-то зачем? Вот так вот. Вообще. Тут караул, блин, еще в туалет. Ничего не могу, блин. Все, бегом, бегом, а бегом, ну как бегом? Пока доедешь, пока приедешь, пока дойдешь своими больными ногами, блин. Ноги. Еще Винарус, сейчас одну знакомую встретила. Винарус, говорит, надо купить. Винарус, какие дорогие, говорит, 2800. И то две упаковки надо на месяц, 3 месяца надо лечиться. Вообще ужас какой-то. Не знаю ничего. Ладно. Всего вам хорошего. Добра вам всем. Главное, здоровья. Я всегда всем хочу пожелать здоровья. Чтобы никто не болел. Чтобы у всех все было хорошо. Все, я к маме пришла. Пойду сейчас зайду. Всем до свидания.